Для целей единой собрались биробиджанцы у городского дворца культуры. Здесь прошел концерт в поддержку специальной военной операции вооруженных сил России. Конечно, мы имеем гражданский долг и поддерживаем позицию, которую сегодня наш президент декларирует всему миру. Он заставляет считаться с мнением нас, россиян, и мы считаем, что специальная операция должна быть поддержана всеми теми, кто считает себя гражданами нашей великой страны. Патриотические номера исполнили артисты областного центра, в их числе группы «Новый день», «Холидей Про», «Мазл Тов». Приурочена акция к историческому событию 8-летней давности. 7 апреля 2014 года была провозглашена Донецкая Народная Республика. Причиной решения донбассовцев послужило несогласие с итогами госпереворота на Украине. Мы охотно, мои ветераны охотно откликаются на все патриотические мероприятия. Мы воспитаны в этом духе. И воспитываем молодежь. Хотим, чтобы молодежь тоже понимала любую ситуацию в нашей стране. Представителей молодого поколения, к слову, было немало. На концертной площадке собрались школьники и студенты из разных организаций. У меня знакомых, участвующих в военной операции, нет, но я пришел на это мероприятие, так как за них очень переживаю. Концерт объединил сотни человек из представителей органов власти, политических партий, общественников и просто неравнодушных граждан. Потому что мы гордимся своей страной, и если надо поддержать, мы всегда готовы. Нам не стыдно за то, что мы русские. Мы русские, мы этим гордимся. Музыка связала взгляды, судьбы поколения в одну идею. Поддержка президента России Владимира Путина и его решение о проведении специальной военной операции на Украине. Алена Шот, Кирилл Богаченко, новости 21.